Итак, по 7 грамм мастики мы берем на каждую ножку. Катаем вот такие небольшие ножки. У нее ножки короче, чем у мимишек. Поэтому сильно длинные мы не делаем. Сейчас сравнимся. Так, с точкой повыше немножко. Так. По длине наша нога будет 3 сантиметрика. Нижняя часть у нас будет 2. И по 1 грамму берем темно-коричневые мастики для нижней части ноги. Для платья я возьму 20 грамм. Сейчас немножко. Итак, взяли наши 20 грамм. На столе начинаем выводить на такой вот конус. Края стараемся сделать потоньше. Выводим платьишко. Вот такое вот самое обычное платьишко. Ножки. По высоте наше платьишко 4 сантиметрика, по весу 20 грамм. Зеленая мастика, мы ее по низу пускаем зеленой лентой такой, по платью. Раскатали, раскатываем потоньше. Если нет хорошего липкого слоя, значит, перед тем, как клеить, обязательно обработайте клеем кусочек. У меня хороший липкий слой, поэтому я обрабатывать не буду. По сантиметрам это ровно 1 сантиметр. Приклеиваем наш вот этот край. По краю ее платья. А лишнее все отрезаем. Вот такое вот платье у нас получилось. Берем, хотел сказать, зубочистки. Берем наши шпажечки. Я буду очень стараться побыстрее сделать, потому что реально, ребят, много всего. Оформление долгое, мелочевка все это. Поэтому я прям в темпе вальса. Обязательно макаем в клей. И эта ножка, она у меня будет как бы отставлена вперед. Я ее... Получается, вот так шпажку одеваю. В пяточки выхожу. Все. Лишнее отрезаем. На каждую ножку по 7 грамм. 4 сантиметра, если я не ошибаюсь. Мне кажется, по высоте, да. 3 сантиметра по высоте. Нет, кукарачи нет у меня такого. Ну, ничего такого нету. Где моя кисточка? Все, смазываем здесь клеем. И одеваем наше платьишко. Аккуратненько. Что камера так стоит странно. Ну, как-то... Соединяем между собой. Укатываем ей хвостик. Так. Такой вот хвостик у меня получился он. 5 сантиметров. Самая широкая часть 1,5 сантиметра. И приклеиваем. Обязательно за что-нибудь цепляемся. Ни в коем случае не оставляем наш хвостик в полете, потому что он может упасть, деформировать, сломаться. Обязательно всегда за что-нибудь цепляемся. Так, сделали. Теперь делаем ручки. На каждую ручку мы берем по 3 грамма. Привет, Мари, спасибо. Спасибо, Леночка. Нет, не расстроена, я очень спешу. 3 сантиметра по длине наша ручка. В большом, ну где он тут, 1,3 по ширине. И ну, здесь 0,5. Делаем небольшой вот такой защипульку. Девчонки, не расстроены, честно, просто очень много работы. Тяжелый торт, в плане того, что очень много героев. Плюс он еще мастичный, мы будем много мелочного такого оформления. Поэтому просто спешу. И поэтому, может быть, так кажется, что я расстроена. На самом деле это не так. Вот так сделали эти ручки капельки. Посмотрели обязательно, чтобы они были одинаковые. Это очень важно. Теперь берем нашу коричневую мастику и делаем на каждом
На каждой ручке по 4 пальчика. Я сразу смазываю на двух ручках клеем, отщипываем такие маленькие кусочки мастики, делаем им коготочки. Один большой пальчик и 3 по всей поверхности. Один большой пальчик. Так вот, один большой и 3 небольших пальчика. Привет, Катюша, эфиры не стали раньше, это я вышла раньше, потому что, чтобы до самой ночи не сидеть. То есть я освободилась пораньше, сразу вышла. Клею. Наши точки. Ой, точки. Сички. Сейчас подставлю ей. А, чисточку хочу, чтобы... Теперь переходим к ее голове. Для головы нам понадобится 70 грамм. Итак, скатали шарик. Скатали мы шарик. Стараемся, чтобы шарик был без заломов, без каких-либо трещин. И начинаем вытягивать ей голову. У нее такая длинная мордашка. Длинная такая у нее мордулька. Это у нас где-то 5,5 сантиметра широкая часть. Где-то 4,5, а нижняя 2. Вот, грубо говоря, вот так. Делаем здесь небольшой такой, как отпечаток, мосечку. Слегка прибиваем, но совсем немножко. То есть она должна остаться вытянутой, просто небольшой вот для носика, небольшой участочек. Мы прибиваем, вот вам видно, отсвечивает. Вот такая моська. Теперь мы сделаем следующее. Нам нужно сделать глазки. Для этого мы берем стек. Я, честно, да, посмотрю обязательно, да. Значит, не видела, нет. Сделали. И теперь делаем глазки. Я сегодня и вчера почти в Инстаграме не была. Я зашла один раз там. Все. Оно бывает, знаешь как? Видно, что меня кто-то отметил, но оно не показывает. И бывает, показывает на следующий день. То есть я вижу, что меня кто-то отметил, но не вижу кто. И не вижу что. Просто горит, что отметка была. Вот такие делаем глазки небольшие. И в них вставляем кусочки белой мастики. Помним, что ни в коем случае не должны они вылазить у нас из орбит. Они должны быть четко в своей ячеечке. Отправляем. Теперь нам нужно эти глазки нарисовать. И поэтому мы берем краситель гелевый черного цвета. И будем рисовать глазки. Берем кисточку тоненькую. Желательно, это, чтобы была кисточка единичка. У меня такая единичка. Берем мастику черного цвета. Мастик у меня не сильно большой. Где-то давайте... Сейчас я посмотрю. Да. Давайте 0,5 грамм возьмем на носик. Делаем носик. Сильно низко его не опускаем. Он достаточно близко к глазкам у нее. Ротик черным красителем. Вот так. Теперь сделаем ей ушки. Давайте по 2 грамма на каждое ушко возьмем. Делаем такой вот.
вот треугольничек. Это где-то у нас 2 на 2. Здесь сразу срезаю, делаю ровный край, чтобы удобно мне было приклеивать мое ушко. Смазываем клеем. Ушки очень далеко у меня так. Где-то вот тут. Ушки готовы. Здесь делаем такой вот оттиск и приклеиваем. Берем нашу шпажку, приблизительно до серединки мы вставляем ее. Лишнее все отрезаем. Обязательно смазываем клеем. Даже не знаю, как я лучше в эту сторону. А то думаю, иду в отпуск. Будете без меня тут скучать. Так, сейчас я вам все покажу. Лисичка. Хотя, наверное, все-таки надо было в другую сторону наклониться. Смотреть, что мне нравится. Как она будет стоять? Чтобы рот хорошо был видать. Так, вот я как-нибудь поставлю. Так, рта нет. Так, рот есть. Я хочу немножко ей попудрить платьишко, если получится. Навряд ли тут что-то получится. Значит, надо просто брекану слегка и все. Одиннадцать сантиметров по высоте, по весу получилась она 127 грамм.